В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось праздничное мероприятие, приуроченное сразу к двум знаменательным датам – Дню народного единства и 30-летию принятия Конституции Республики Татарстан. Традиционным открытием торжественной части концерта стали приветственные слова директора Елабужского института Казанского федерального университета Елены Мирзон. Вообще, действительно, конечно, мы живем в уникальном многонациональном мире. И абсолютно справедливо было замечено, что все мы разные. И не только здесь, в институте, безусловно, мы на улице разные, в любых государствах мы разные. И в нашем институте, конечно, если мы его принимаем как наш дом, как наша семья, многонациональная, разная, то, безусловно, конечно, это тоже важно признавать идентичность и национальную особенность каждого. Перед началом концертной программы в холле института развернулась выставка национальной кухни, где каждый мог полакомиться угощениями, приготовленными с любовью. Со сцены прозвучали песни и стихи, посвященные родному краю в исполнении студентов вуза, а также обучающихся колледжа и университетской школы. А хореографические коллективы Елабужского института с помощью танцев познакомили зрителей с культурой народов, населяющих Россию и соседние страны. Наши ребята большие молодцы, и мне кажется, что такие концерты сближают нас с делом. Одним единым. Было очень интересно узнать о традициях и обычаях народа. Я уже как 2 года прилетела сюда, и в этой стране мне очень уютно, нравится все. Вот, допустим, я сама из Кыргызстана, а сегодня мы танцевали узбекские и башкирские танцы. Ну, здесь мы как одна большая семья. На сегодняшний день в Елабужском институте обучаются около 4500 студентов из 26 регионов России и 9 стран. Главным приоритетом вуза является создание комфортной атмосферы, чтобы каждый из ребят мог почувствовать себя как дома. Алина Красильникова, Айдар Нурмеев, Универньюз.